встречать Новый год дома, под салатик и телевизор? Нет, это теперь не про нас. Тем более, что у моей супруги накануне день рождения. С некоторых пор сложилась традиция, когда мы уезжаем на эти дни куда-то поближе к горам. В этот раз мы выбрали город Нальчик. И, конечно, не упустили возможности полюбоваться местными красотами. Коптер только что где-то упал. Мы должны найти его. Всем привет, друзья! Привет! Мы Юра и Марина. Любители путешествовать. И вот уже третий год подряд мы взяли себе за традицию выезжать куда-то на Новый год. Решили, что нечего сидеть дома, надо ехать в красивые места, отдыхать, развлекаться, наслаждаться видами гор. Так вот, сегодня мы едем по Чегемскому ущелью и решили заглянуть на перевал Октопрак. Мы здесь были летом, и на нас он произвел очень большое впечатление. Это просто великолепно. А вообще, мы приехали в горы в поисках снега. Ну, как видите, его здесь сейчас немного. Ну, может, оно и к лучшему. Дороги гораздо более проходимые. Ну, перевал Октопрак, он вообще славится тем, что по нему можно проехать даже легковому автомобилю. Здесь сейчас, кстати, очень много туристов, новогодние праздники как-никак, многие путешествуют, как и мы. Снега, в общем, мы нашли чуть больше, чем у нас дома в Ростовской области. Сейчас везде плюсовая температура, снег везде, где можно было, уже потаял. Вот сейчас спустимся и двинем дальше по Чегемскому ущелью. Посмотрим, где мы устроим себе пикничок, ведь зачем еще ехать в горы, как не забраться повыше и там покушать. Чем выше, тем лучше. Так что путешествуйте, друзья. Всем желаю увидеть это великолепие. Первым местом, посещенным нами по приезду, стал замок Шато-Эркен. Построенный в 2012 году местным предпринимателем-виноделом, он получил название по фамилии своего создателя – Тембулата Эркенова. Прямо из искусственного озера высится средневекового вида здание, попасть в которое можно только по мосту. В озере плавают экзотические виды рыб, утки и белоснежные лебеди. Последние даже порадовали нас, выйдя на берег и подпустив на очень близкое расстояние. Они буквально позировали нам для фото. Огромную площадь в окрестностях замка занимают виноградники, а совсем неподалеку от него расположен завод по производству вин. Но, к сожалению, после ухода из жизни создателя всего этого в 2017 году, завод прекратил свою деятельность.
Встретив Новый год, на следующий день мы отправились в Хулама-Безингийское ущелье по направлению к селу Безинги. Там нас интересовало одно место, о котором я расскажу чуть позже. По дороге в Безинги есть вот такой интересный водопад. Прямо из отвесной скалы, покрытой зеленым мхом, сочится множество мелких струек. Выглядит это очень красиво и необычно. Доехав до села Безинги, мы свернули на горную гравийку, уводящую в сторону перевала Кышлык, он же Думала. Точкой нашего внимания здесь был один интересный объект. Многие называют его языком тролля, и мы тоже называли, однако позже я узнал, что тролль там ни при чем, и истинное название этого места переводится как «зуб мудрости великана». Так что язык тролля оставим норвежцам. Язык тролля. Боишься? Правильно делаешь. Да, высота не маленькая. Thank you.
вдоволь нагулявшись в месте, где растет этот то ли зуб, то ли язык, мы отправились еще немного выше в горы. Солнце уже потихоньку двигалось в сторону Безингийской стены, чтобы через пару часов скрыться за ней. А нам еще нужно было найти местечко поживописнее, где мы могли бы перекусить. А я бы слетал на FPV-коптере к ближайшей горе, чтобы показать вам красивые динамичных кадров с высоты. Марина возится с обедом, я готовлю коптер для полета. Недавно я приобрел поисковой радиомаяк, который в экстренном случае может помочь с поиском коптера. Ну и куда же без синей изоленты? Обедали с этим невероятным пейзажем перед глазами, теперь можно и полетать. Тут ничто не предвещало беды, но внимательный зритель уже знает из вступления к видео, что все прошло не очень гладко. Горный хребет, который я выбрал целью для полета, оказался прилично дальше, чем мне это виделось с места, где находились мы. Судя по данным, которые передавал коптер, в самой дальней точке горизонтальное расстояние составляло почти 3 километра, плюс высота почти 1,5, и вот уже сигнал с пультом даже на мгновение прервался, а картинка в очках стала угрожающе подвисать. Срочно нужно возвращаться обратно. Но лететь на большой высоте скучно. В видео совсем не ощущается скорости. Я стал снижаться в полной уверенности, что коптер остается в прямой видимости. Но это было большой ошибкой. Как оказалось, я летел немного в другом направлении от себя. Все из-за того, что стрелка, указывающая направление на точку взлета, делает это не совсем точно и с некоторой задержкой. Между мной и коптером оказался холм, мгновенно оборвавший видеосигнал.
Коптер только что где-то упал. Сейчас будем искать радиомаяк, я не зря на него нацепил. Ну, маячок, не подведи. Пока не видит. Где-то лежит, видно, чуть-чуть за бугорком. Да, капец. Что-то я очкую. Да. Короче, идем пешком. Сейчас будем искать коптер. Пропал сигнал. Вон более километра от нас. Взял очки, чтобы, если что, пересмотреть. Вид сверху, он совсем по-другому все смотрится, непонятно, куда мы идем. Забил координаты, хорошо GPS был. Еще надежда на то, что на нем есть радиомаяк. Ищем. Че? Холодно, блин, солнце село, сразу так быстро холодает. Решили, что можно, в принципе, заехать и на машине поближе, чтобы не так далеко идти. Блин, я с полгода назад только потерял коптер уже один. Больше нельзя. Бросаем здесь. О, капец. Походу, надо завязывать с этими полетами к вон той горе. Тут так разориться можно на коптерах. Темнеет. Слишком низко летел. Ну ж красиво, когда низко. Ну и, в общем-то, сигнал за каким-то бугром потерялся. Сегодня, кстати, 1 января. Вот так мы встречаем Новый год. А вы как встречаете? Короче, сейчас аппаратура показала, что сигнал есть. Слышите? Значит, он где-то лежит, батарейка не отстегнулась. Показывает. Вот. Внимание, слабый сигнал. Так, как цель задания? Фух. Приложение показывает. 170 метров. Что лопит. Жуть. Темнеет. Мы должны его найти. Мы должны найти его. Ура. Я его слышу. Он где-то пищит. Слушать. А, я его вижу. Вот он лежит, красавчик. Вот он. Ура! Потеряшка! На следующий день мы отправились в Чегемское ущелье.
И начинается оно с вот такой теснины, где находятся одноименные водопады. Ты хочешь, да, залезть? Ага. Не бойся, он очень спокойно. Слово Алик. Место это стало очень популярным и напоминает восточный рынок с кучей прилавков и толпами людей. Мы толпы не очень любим, поэтому не задерживаемся здесь и едем дальше по ущелью, решив заехать по дороге на перевалок Топрак. Доехав примерно до середины перевала, мы развернулись, но прежде решили забраться на высоченный холм, на склоне которого виднелась колея, что свидетельствовало о том, что мы не первые такие покорители, и на машине туда забраться реально. Что ж, попробуем. Всем привет, друзья! Привет! Стоп! Это вы сегодня уже видели. А сейчас лучше давайте посмотрим на этих двух счастливых людей, которые, забравшись на крутую высокую горку, дурачатся, словно дети. Да и как тут не радоваться, ведь вокруг зрелище такой невероятной красоты, от которого в буквальном смысле кружится голова. И что я там говорил, пора завязывать с дальними полетами на коптере? Конечно нет. Еще вчера мы лазили по горе в поисках птички, а сегодня я снова отправляю ее далеко-далеко, чтобы увидеть вот это, а потом показать вам. We'll be right back.
этот раз все удачно. Птичка в клетке, а мы уже спешим дальше. Тегенского ущелья. Но поскольку зимние дни очень короткие, пришлось отказаться от этой мысли и ограничиться селом Эль-Тюбю. Здесь начинается дорога на тот же перевал Кышлык, с другого края которого мы были вчера. Мы решили совсем немного подняться по нему и там встретить закат за ужином, последним в этой нашей поездке. I said, ooh.